Dorime, interrimo ad appare Dorime, ameno, ameno, latire. Нихао, мои дорогие подписчики, сразу же извиняюсь за очень долгое отсутствие видео. Вышло так, что когда я монтировал видео, которое должно было выйти раньше, программа по монтажу лаганула, разбросала в разные стороны кусочки видео и музыки. Меня так дико загорело, что даже пожарная машина не помогла бы. Ну так начнем видео. Сейчас я покажу вам все, кто играет помимо Critical Ops в CSGO, как набрать бесплатных скинов. Вот наш первый сайт, Skin Cases. У него довольно-таки красивое оформление. Есть кейсы случайного качества, промышленное, армейское, скрещенное, запрещенное, тайное, даже тайный нож есть. И обычные живые кейсы. Которые стоят, кстати, неплохо. Есть бесплатный кейс ширпотреба. Его можно открыть один раз и без вывода получить свой скин. Есть сборки от Skin Cases. Кейс Габена, кейс чистой воды, кейс красного зверя. Можно также принимать участие в конкурсах. И некоторые кейсы, конечно же, закрыты. Это грустно. Есть кейсы случайного оружия, случайный пистолет, случайный дилер. Тому подобное. Что-то у меня залагало немного. Сейчас попробуем вернуться. Вот, случайная МК. Случайная МКС. МКС. Станция. Даже перчаточный кейс есть. Давайте все. Попытаемся опуститься. Есть кейс Азимова. Кейс Драгонлором. Медузой. Ненавижу, когда жестко лагает сайт с кейсами. Вот у меня даже мышка стала обычной. Вот кейсы по уровням. У меня сейчас 5 уровень, поэтому недоступен кейс бесплатный, за который обычно за 3 рубля. Есть тут кейсы все и ничего. С 15 уровня. Армейский нож 10, с 20 уровня. Типичный кейс. Мы перешли на наш следующий сайт. Называется Green Hunt. Тут онлайн всегда не очень большой. Вот у меня 1200 коинов. Тут вы вводите мой промокод, получаете целый доллар. Можете на него играть. Депозитить тут не надо, чтобы выводить. Но если у вас есть, например, что добавить, чтобы вывести что-то подороже, то добавляйте. Все нормально, сайт не обманывает. Тут, кстати, вещи от 10 долларов, поэтому придется либо поиграть подольше, либо додонатить. Наш следующий сайт csgetto.com. Тут также есть реферальный код, по которому вам дадут 3 поинта, на которые вы сможете купить себе ширпа или же граффити разнообразные. На этом сайте также можно будет обменять весь ваш ширп, что вы соберете с сайтов, и получить какой-нибудь скин покрасивее качества. Но правда берется очень большая комиссия. Но тут принимаются даже кейсы. Можно поиграть на бич-зоне на свои кейсы также. И выиграть еще больше. Или же сыграть в обычную пластик зону. Есть комнаты 1 на 1 и дабл. На дабле я поднял такую неплохую сумму. Выбрал прикольных красивых скинов. Сейчас победил такой чувак с CSGO-лото. На который я не буду оставлять ссылки. Вот начался конкурс «Быстрая рука». Потому что CSGO Lotto меня забанили почему-то. Я не знаю. Я аж немного офигел. Конкурсы обычно проходят в чате или в их группе. У них есть
черный рынок, на котором можно покупать или продавать продукты. Ну вот, собственно, вот такой вот чат, русский чат. Есть чат банды, если вы состоите в бане, можете початиться с банды. Тут есть топчики игроков, ваша история игр. Сейчас загрузится, вот. Ну, думаю, особо никому не будет интересна эта история игр, только если не вы выиграете. Вот мой профиль, на всякий случай. Правда, сейчас я изменил немного себе ник в стиле. Вот у меня 36 участий, мои победы. Играл я только в комнатах, точнее, побеждал. Играл-то я много где. У меня даже есть банда, в которой состою. Но вы можете выбирать сами себе банду, не приходить в мою, просто там скучно как-то. Давно не заходил на этот сайт, в общем. Сейчас мы перейдем в мой инвентарь. Вот он, мой инвентарь. Можно положить предметы на гетто, продать их или же купить скины. Тут, кстати, все достаточно дешево, если соотносить цены с настоящими стимовскими. Можно, есть даже такая возможность, купить себе промокод на несколько поинтов. Вот начался в чате конкурс. Угадай число, тоже прикольный конкурс. Сейчас попробуем выиграть. Напишу мое любимое число 55. Подождем немного. Какое же число победит? Тут невозможно написать несколько раз число. Если вы добавляете какую-нибудь букву к числу, то вас могут забанить за это. Если пишете особенно слишком много раз. Вот, видите, слишком часто. Подождите. Я не могу написать еще раз какое-нибудь число. На какое же число победит? Никто не может написать правильное число очень долгое время. Конкурс, кстати, интересный. А, вот, правильное число. 71. Но мы были, в принципе, не очень далеко от них. Точнее, от того пацана, который угадал. Вот тут модераторы постоянно работают. Выиграл он, по-моему, 30 поинтов. Ну, а мы переходим на наш следующий сайт. Называется HollyBoost. Это тоже сайт с открытым кейсов. Тут очень прикольный дизайн. Такие машины. Но, правда, тут все в долларах, потому что сайт не русский, а зарубежный все-таки. Есть кейсы, там в долларах там дороже 10 тысяч. Mad Boost. Вот. $300. Падает Драгонор, Вой, Медуза, Огненный Змей. Ножи всякие разнообразные. Даже МК-рыцарь. Если выпадет МК-рыцарь, вы уйдете в жесткий минус. Так. Тут всякие разнообразные качества есть. Не в одном типа скине одно качество. Разные качества падают. Сделаем бесплатное тестовое открытие. Вот оно крутится. Немного подлагивает что-то. Нам падает глок градиент. Как мы знаем, он, естественно, не окупает это открытие. Потому что, по-моему, они стоят $300. $300 точно стоит какой-нибудь из керамбитов, правильно называется. Но тут есть какая-то акция. Вот вам тоже прикольчик. Вводите мой реферальный код. Я оставлю ссылку в описании, в общем.
На всякий случай код тоже. Я его на данный момент уже изменил. Получаете 50 центов. Открываете любой кейс, который вы захотите. Там. Либо от официальных создателей открываете. Армейское. Вот. Мой настоящий код сейчас будет такой. Либо открывайте какой-нибудь пользовательский кейс. Можете также сами его создать. Ну, вы вот тут. Раньше был доллар, сейчас при депозите 2 доллара. Но если вы выбьете что-то годное, то, в принципе, можно и задепозитить. Сайт, в принципе, хороший, дроп падает хороший, если вы знаете, что открывать. Создавал этот кейс, как-то упал розовый предмет чуваку, но купился очень жестко. Если вы будете переходить по этим реферальным ссылкам, я буду делать для вас open кейс на этих сайтах. Вот, у меня есть такой кейс, пандорный кейс. На данный момент, на момент монтажа видео он уже пропал, к несчастью. Там, если ваш кейс никто не открывает, он автоматически пропадает. Вот тут куча диглов, потому что я люблю играть с диглами. Падает на максимальное план. То есть неплохой шанс. Можно даже посмотреть его, нажав на кнопку «Синь-шанс». И снова нам падает оксидный план. Что же за дичь? Сейчас мы попробуем опять. Что же такое? Я буду открывать его, пока не дропнется что-то хорошее. Или хотя бы не оксидный план. Ну давай, ну что такое? Ну как так-то? Просто пипец. Хорошо, что этот кейс уже пропал на данное время, и вы не сможете открыть это говнецо. Конечно, раньше оно выдавало так жестко, типа что-то сплошное и оксидный план. Я не спорю, конечно, скин прикольный, дешевее обычного пламени. Но получать его с такого кейса не круто. Тем более, когда он стоит целый доллар. Вот есть ежедневный бонус. Вы можете открывать его раз в 24 часа. Вам, конечно, не упадет тут ножик. Это я проверил на себе. Вы сможете накопить себе денег на кейс какой-нибудь. Даже на живой, в принципе, если долго посидеть. Тут падает синева с большим шансом. Это акаэлитное сражение и дзиду. Оксидный план. Сейчас еще разок попробую наш кейс крутануть. Возможно, там падает что-то розовое. Насчет красного я очень сильно сомневаюсь. О! Нам выпал целый дигл. Компрасити. Заговор. Один из моего, из моих любимых диглов. Забрать его мы, конечно, не сможем, так как это какой-то спин. Вот еще раз он упал. Давайте еще раз крутанем. Вот. Столько уже стоит 5 долларов. Вот нам упал метеорит. Вот еще один заговор. Давайте еще раз откроем. Сейчас посмотрим, чего упало. Вот сейчас мы полностью вообще в нее купились. 5 оксидных пламен. Так, наш следующий сайт CSGO Polygon. Это такая рулетка. Думаю, некоторые о ней знают. У меня сейчас, конечно, баланс 0, к несчастью. Так как я поиграл тут немного, вывел себе прикольный скинчик. Поигрался, потом обменял на другие скины. Тут есть система депозита. Вывод тоже на нескольких ботах. На, подтвердим, что он не робот. Подтвердим. Но тут немного долго загружается инвентарь.
потому что тут очень много предметов. Вот, загрузка предметов. Пожалуйста, подождите. Давай, погружайся. В августе даже как-то стало очень жарко. Мой комп вдвойне прям нагревается. Опа! Вот это поворот. Мне интересно посмотреть на вот эту штучку. Она такая красивая, типа файл замерз. Не отвечает на нее. Обидно так-то. Что такое? Что произошло? Ау. Алло, сайт. Ку-ку, блин. Обновим хотя бы страницу, не знаю. Обновится ли она? Опа! Загрузились все предметы. Тут раз, два, три, четыре, пять драгонлордов. А, блин. А, еще раз надо подтверждать и ждать от долгой загрузки предметов. Давай, грузись. Я ж тебя только что загружал, ты должен быстрее это сделать. А тут даже отдельное окошко для вывода есть. Ну, ау. Давай, я жду. Все мы ждем, когда ты покажешь мне инвентарь, чтобы я показал его моим подписчикам. Давай, just do it! Ладно, он что-то не прогрузился. Пойдем на Real Drop. Вот, сейчас у нас уже будет открытие кейса. Это будет мой первый выпуск. Это такой новый сайт вообще. На нем мало кто открывает сейчас. Я открываю, вот залил сюда 100 рублей, открыл кейс, мне ничего не выпало. Получил я, в общем, 10 рублей. Открывал на него коллекцию, нафармил себе 500 рублей. Сейчас открою для вас два засекречения. Так, раз, два, три, поехали. Давай, давай. Тут есть такой режим, типа нажать на предмет вправо или влево. То, что вы хотите, вам выпадает. Нет, но надо это делать за несколько секунд до того, как предмет выпадет уже. Нифига! Я даже не думал, что он столько стоит. Чё за дичь? What? Лол. Я его оставлю. Я купил весь свой open case. Я также положил баланс на ksgo.net, но я там все слил, поэтому запись покажет мне. Я мог бы нажать вправо и выиграл бы еще больше денег. Но них она пушка мне нравится. Ну ладно, давайте еще разок откроем. Так. И что же нам падает? Нам падает треугольник, я не успел нажать на рыцаря. Ай, блин. Ой, он стоит всего 115 рублей. Жалко. Ну да ничего. Все равно мы его купили. Я даже устроил для вас розыгрыш. Вот рыцарь стоил 314 рублей. Я бы его купил просто. Это было просто мое одно из самых лучших открытий кейсов. Первое было на фолсдропе, там я открывать больше не буду. Скоро вы увидите диск на остальные сайты, типа EasyDrop, FalseDrop, которые там стали выдавать. Я как-то первые два открытия зашел к ним, забрал у них кучу скинов. Неонуар, пока буйство красок, нож, фэншн, американская сетка. В итоге меня обманули мошенники, общая сумма 62 доллара. Буйство красок я еще залил на форсе, поиграл. Давайте сейчас получим наш скин.
Вот со мной сейчас гигант встанется. Так, давай, закройся. Принимаем обмен нашу кружку. Посмотрите эти скелеты, сейчас я не смогу. Потому что на этом компе у меня нет CSGO. Да и видеокарта не та, поэтому немножко подлагивает. Вот сейчас мы заберем второй скинчик. Давай. Да, хватит уже, чувак. Хотел через это... Думал, в стиме там придет предложение Лена, но надо нажать на кнопку. Еще только здесь. Видите, сколько я открыл коллекцию Italy? Мне упало... Я просто поднимался по 2 рубля за одно открытие. Но потом его как-то прознали, эту схему. В общем, тир особо его не пооткрываешь, там на скорость чисто. У меня там открыто кейсов 200. И 200 этих дробовиков янтарный градиент. 2 кварца, еще в инвентаре есть, я помню это. И Nova Ranger. Я ее продал, это был как раз первый скин с операцией Фэльшем, которую я открыл на 100 рублей, которую положил. В общем, принимаем обмен. Вот такой вот треугольник, правда, он закаленный в боях, что не очень круто. И у меня даже появилась еще одна идея классная. Какой контент сделать на своем канале. Я устрою очень классный стрим. Ну а сейчас я вам кое-что посоветую. Никогда не открывайте на этом сайте обычные кейсы. Кейсы можно открывать только за секреченные, запрещенные, тайные и ножи. Еще 2 коллекции можно открывать. Никак не вот эти вот обычные кейсы. Да закрою уже. Скайп. Вот. Все выдающие дроп коллекции недоступны сейчас. Неплохо так выдавал Даст, видимо. Но когда я пошел, он уже был недоступен. Больше я не видел. Даст второй с 9 рублей тоже выдает, появляется иногда. Потом Италия тоже выдавала, наверное, жестко. Я даже не был в то время, когда она была доступна. Почему-то недоступен Лейк, хотя он никогда не окупался. Не знаю, что они его заблочили, конечно. Ой, случайно скайп открыл. Так. Коллекция Офис тоже тут недоступна. А вот коллекция Трейн сейчас вроде бы доступна. Вот с нее я нафармил баланса себе. А вот тут человек открывает дробовики, получает, фармит себе баланс. Возможно, тоже что-то откроет такое классное. Я уж хотел открыть этот кейс, но только сейчас понял, что мне не хватает денег. Продавать бы на этом сайте я ничего, наверное, не стал. Потому что суммарно я закинул 300 рублей. Но я точно устрою для вас какой-то розыгрыш. Также тут, ну, в этом кейсе еще, знаете, есть вещи, которые подороже 10 рублей. Вот, например, это SSG за 20, петух и МК. Они все там по 24 рубля стоят. Они выпадают очень редко. Можно на них навести кнопку, типа, на предмет вправо, на предмет влево и выбить их. И нафармить куда больше. Ну, и как раз наш розыгрыш сейчас на вот этот P90 резной приклад. Условия для вас я оставлю в описании, так как пока что их еще не придумал. Вот мне... Такой небогатый инвентарь. Но, в принципе, с красивыми пушками.
Я посмотрел его стоимость на сайте Лутфарм для обмена скинов. Стоун он, оказывается, $20. Для меня довольно-таки немаленькая сумма. На этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставь лайк.